Всем привет! Вы на канале Game Demon, и сегодня поиграем в игрушечку под названием Burrito Bizon. Так, коснитесь, чтобы начать. Звук есть. Итак, это Минотавр или кто-то, короче, похожий на человека, идет в магазин, берет, я так понимаю, книгу с рецептами. Что-то на полке происходит. Так, нажимаем, да? Мишки Гамми. Гамми заполонили все. И какой-то повар забрал у типа человека книжку с рецептами. Повар, ага. И улетел на торнадо. Улетел, все дальше и дальше. Типа человек видит то, что есть какая-то арена, и решает об угол что-то сделать. Что он решает сделать об угол? Что, у него прямо что? Ага. Коснитесь, чтобы применить реактивный удар. Ага, понял. О, неплохо идем. Давай до того дойдем. А, я так понимаю, не дойду, да, до туда? Ну ладно. Так, коснитесь, чтобы продолжить. Окей. Не знаю, если вы захотите продолжение этой игры в магазин, то пишите в комментариях. Мы, конечно же, это все пройдем, если вы хотите. Так, упругие канаты, реактивный удар, отскакивание, скользкий лосьон, знаток вкуса, карманчик и много чего не открытого у нас есть. Еще это что? Это у нас типа кто? Типа те, кто попадаются? Вот такого я видел. Ударный пилот, окей. Ну чё, давай этот прокачаем, что ли. Ударный. Получай больше денег за желе... О, вот это надо вкачивать. Все, вот это вот. Можно до 9 вкачать. Окей, дальше погнали. Дальше попробуем. Типа прокачал, типа... А, вон у него ХПшка тут есть. Да куда? Я случайно, я вам показывал, и он... Короче, не... Это кто сверху? Попугай. Ну, короче, вот это вот не защита, это попытка... Просто так было, я не специально, ведь. Но деньги, тем не менее, мы заработали. Я не знаю, его стоит прокачивать? 2000, как тут все дорого. Реактивный удар, пусть будет. Накрутирую всех телом чаще, окей. Все, давайте, вот сейчас я попаду. Вау, аж крит нанес. Аж высоко взлетел. О, кстати, у нас тут есть этот спидометр. Или как он там, да, называется. Не знаю, игрушка, забери деньги. О, забрал мешок, прикольный. А, у нас теперь два этих. У нас теперь две вот здесь линии. Прикольно. Че, пока что не буду нажимать. Хотя давайте нажмем. 16 скорости, ну что так мало? 10, ну все, 0. Прикольная игра. Мне пиньята открыта. Что за пиньята? Пиньята! Что, долго бить, по-моему? Карточку типа на выбор? О, деньги неплохо. А, можно все открыть. Оу, все, деньги. Сейчас все купим. Я не понимаю, что это, типа задание или чего. Новый рекорд. Прикольно. Что делать дальше? Скользкий тип. А, скользкий лосьон. Не теряй скорости при приземлении. Вот это, кстати, прикольная штука. Сохраняй скорость при приземлении на желейных мишках. А что, я теряю, что ли? Я не знаю, что прокачивать. Тут много чего надо прокачивать. Тут что открылось? Тут все открылось. Ну давай вот это вот не будем, чтобы скорость не терялась. И увеличить твою предельную скорость на следующем уровне. Давай, погнали. Посмотрим, что... Вот я хочу его полностью добить. Что будет? А что мне крит не дали? Почему? Почему мне не дали ничего? Сейчас у нас 100. Максимально. О, там кто-то был с этим. С капканом на голове. Он опасный, я так понимаю. Он может меня убить. Кстати, мы почти до куда-то дошли. Вот мы сейчас здесь были когда-то. Новый рекорд. А могли дойти до сюда. Мне интересно, что там. Так, погнали дальше. Я хочу еще чуть поднакопить, чтобы еще чуть что-то прокачать. Я хочу вообще его сейчас убить. Победить. Деньги собрал. Уф.
Пока что идем неплохо. Раз, два. Напишите, пожалуйста, вы играли в эту игру или нет. Если да, то не спойлерите, что там дальше. Куда это я? Что здесь происходит? Я даже... Что я здесь? Что это такое? Это стена из старта или что, что это такое? Я не понимаю. Мы должны обязательно за сегодня это все пройти. Вот карманник. Надо, чтобы он больше денег зарабатывал. Это точно. 100%. И от него, чтобы тоже денег много было. Тоже пусть будет. Я не знаю, кто это и зачем он здесь. Ну ладно. Все, надо тебя гасить. Крыт. Почти убил. Почти убил цель. Какой-то там Гарри я не прочитал полностью. Гарри, медвежонок. Тихо. Пока что вообще неплохо идем. Раз. Так, коснись удар. В смысле, так что ли? Ну, блин. Ну, первый блин комом, как говорится. Нам надо скорость. О, ой, хорошо так. А что с тобой? Нет, так мало что. Лейтенант, бум, разблокирован. Ладно. О, мы что-то прошли. Карта. Реактивное топливо. Фу, интересно, что это такое. Так. 773 у нас рекорд. Я хочу за стену пройти. Как это сделать? Так, что он делает? Летай и отталкивайтесь от одной бочки к другой, чтобы набрать сногсшибательную скорость. Как обезьяна. Что? Сам-то обезьяна. Я вообще-то не пойму, какой человек. Человек-бизон. Больше сила пуска, большая ответственность. О, какие слова, какие слова. Накоротируй телом чаще. Я хочу вот это вот, типа, чтобы было. Каждый касаясь что-нибудь, вы отталкиваетесь все резче. Давай. Что из этого поменяется, мне интересно. Извиняюсь за то, что меня так долго не было. Дополнительно? Опа, ничего себе. Дополнительно это неплохо. Она еще не наполняется, класс. Извиняюсь за то, что меня долго не было, просто слишком я стал немножко заниматься рабочими другими делами, да? Вы спросите, какие дела у тебя могут быть, и что? А что, не нажимаются? Я думал, нажимаются. Я даже до нового рекорда не нашел. Как так-то? Почему? Вот, короче, и мотивации мало. Я, конечно, понимаю, то, что вы там лайков наставили, то все, да. Спасибо вам большое за это. Давайте вот, если здесь наберем больше, я не знаю, больше, я его победил. Мне что-нибудь с этого дадут? Деньги, 60 монеток. Ну ладно. Вон, кстати, здесь отображается. Вот, больше 5 лайков. 5 лайков, господи, 5 лайков, о, господи. Набираем, и выходит вторая часть, понятно, да? Бах, бах. Вот эта скорость, вот эта скорость. Блин, я его перепрыгнул. Да я почти здесь все пусто сделаю. Звездочка, новые противники. В смысле? Кто там? Что за желейный человек был? Вот это мне нравится, конечно. Деньги зарабатывают только так. Что это? Использована жвачка, что ли? Или чего? Понять не могу. Это босс, я так понимаю. Ух ты ж, ничего себе, тут роботы какие-то. Я так понимаю, мухи, мороженое, заяц. Ну, как-то так. Погнали, еще раз попробуем. Смешно тебе? На, сразу же, сходу уже. Крит, сразу же крит. Я ему нанес сразу же крит. Че я не нажимаю-то? Че это я... Ай, это кто? Больно? Вот мы рекорд побили, вот так вот, понятно. Еще карточки две карточки, давай быстрее. Перец, чили бомба и 500 монеток, 500 золотых. Как раньше говорили, 500 золотых, 500 серебряных. Давайте еще раз сыграю сразу же, чтобы... Не знаю для чего чили бомба. Опять крит, я скорее... Как-то там было по-другому написано, я не понял. Бах, бах. Давай, раз. Два. Неправильно. Три. Получилось? Нет, я не знаю. О, сотка из сотки. Готово. Опять. Почти готово. Почти выбили. А что там? Выбили, да. Да, есть. И что дальше? Что нам дальше-то делать?
Ну, вон вторая стена есть, допустим. И что дальше? Что дальше? Скажите мне, пожалуйста. Бах. Это куда я? Ага. Ага. Эх, слава богу. Скорость теряем, скорость, деньги. Да, есть, деньги мы. Пиньята, я хочу пиньята, да блин. Пиньята. Появился новый катапультатор. И это у нас, ты кто? Поедатель тортов открыт. Теперь вы можете улучшить способность поедатель тортов в магазине. Это, я так понимаю, чтобы мы вот эти вот стенки как раз таки проходили вообще на изи. Опять нам дают 3 карты. Почти сразу 3 открыл. О, реактивное топливо неплохо. И деньги тоже вообще хорошо. Найс, вообще мне нравится. 1395. Неплохо. Вот теперь можно зайти в магазин. И уж тут-то, уж точно, уж тут-то можно прокачать вот это вот. Да. Я гений, гений. Бертаник, это какой-то Бертаник, я не понимаю. Что ты делаешь? Это кто? Это что? Ну, мне она нравится. Мне она не нравится. Кусок, я не знаю, чего. Фу такой быть. Она мне не нравится. Ну, она не такой персонаж, который я хочу. Так, я могу этих улучшить, но они мне не нужны. Вот это... Ну да, почти все деньги. Пиньяты бесплатные. Скользко так, чтобы у нас не терялось. И торт-поедатель. Чё это? А можно я... А, можно, да. Я думал, с интернетом. А, тут с интернетом. Раз, два, три. 3000, 4000. Ещё чики-бомбо. Это будут готовы. Хорошо, не надо. Но все равно нам не хватило денег. Вот этого прокачаем. Кто он вообще такой? А, я вроде попадал в него. Ладно, давайте последний раз сыграем. Последний раз сыграем. У меня превышает скорость. Вот видите? Превышает. Я тебя вкачивал. Но он выше стал. Без проблем. Это мне нравится. Вот за него мне нравится. Да я не готов еще здесь останавливаться. Я не хочу здесь останавливаться. Да не хочу я здесь останавливаться. Вот придется остановиться. А, что? А, да? Я не остановился. Тебя надо. О, раз. Два. Три. Бах. И оба. Оба. И денежку собрал. Ой, как хорошо. Удача открыта. Теперь вы можете удачу прокачать можем. А удача нам чем поможет? Выпадение всего хорошего или как? Ну, короче, вот такой вот, можно сказать, обзорчик и первый взгляд на игру. Бизон Буррито. Буррито Бизон, не знаю. Называть как хотите. Мне как-то такое себе. Ну, типа, название пофигу. А игра сама себе, сама вот по себе игра хорошая. Мне нравится. Я хочу проходить ее дальше и дальше. Но это если только вы захотите. Вот. Я его прокачиваю, чтобы он мне за поражение свое денег больше давал. А деньги это нам надо. Вот. Надо будет еще это прокачать, чтобы денег вообще много было. Миллиард. Все, спасибо за просмотр, с вами был Game Demon. Я надеюсь, вам понравилась эта игрушечка, потому что мне она зашла. Я хочу ее проходить и проходить. Мне интересно вообще тут все вот это интересно, что и как тут. Вот, все. Пишите свои игры в комментариях, я их также попробую пойти, поиграть, обзор снять. Вот, пишите насчет стрима, хотите, не хотите, как дела там, все такое. Вот, все. А на этом все. Не забывайте подписываться на канал, чтобы поддержать меня. Ставить лайки, чтобы выходили видеоролики. Также не забывайте про колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда у меня новые ролики на канале вышли. На этом все. Всем всего самого хорошего. Всем удачи. Встретимся в следующих игрушечках. Всем пока.